Комментаторский состав, как всегда, для вас будут работать Георгий Черданцев и Константин Генич. «Динамо Загреб» играет против «Барселоны». Спасибо, Георгий. Очень надеюсь, что игроки сегодня в хорошем настроении и покажут свою лучшую игру. Не удается удержать мяч Месси. Отличная позиционная игра у него. Очень хорошо в перехвате сыгран. Теперь в атаке уже соперник будет. Вне игры оказывается команда. Дембеле. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Проходит эта передача. Может быть опасно. С очень неудобной позиции решил он пробить в этом моменте. Да, и мяч идет мимо ворот. Ничего опасного в этом эпизоде не было. Однажды сэра Алекса спросили, кто лучший игрок планеты. Ну и, разумеется, он назвал икону стиля Криштиану Роналду. Ну, на возмущение. Отличная возможность забить. Хорошо играет Тер Штеген сейчас. Комментаторский состав, как всегда, для вас будут работать Георгий Черданцев и Константин Генич. «Динамо Загреб» играет против «Барселоны». Спасибо, Георгий. Очень надеюсь, что игроки сегодня в хорошем настроении и покажут свою лучшую игру. Не удается удержать мяч Месси. Отличная позиционная игра у него. Очень хорошо в перехвате сыгран. Теперь в атаке уже соперник будет. Вне игры оказывается команда. Дембеле. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Проходит эта передача. Может быть опасно. С очень неудобной позиции решил он пробить в этом моменте. Да, и мяч идет мимо ворот. Ничего опасного в этом эпизоде не было. Однажды сэра Алекса спросили, кто лучший игрок планеты. Ну и, разумеется, он назвал икону стиля Криштиану Роналду. Ну, на возмущение. Отличная возможность забить. Хорошо играет Тер Штеген сейчас.